Ну что ж, друзья, всем недоброго утра. Сегодня 21 июля. Вот, буквально 4 часа назад я узнал о том, что умер вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон. Ему был 41 год. Он повесился в своих апартаментах в Калифорнии. Вот. На самом деле это очень такой сильный удар, потому что все мы знаем группу Linkin Park, как она повлияла на всю альтернативную музыку. Вот. Я же на самом деле, не соврать, начинал слушать вообще всю альтернативную музыку, скорее всего, даже с этой группы. Это были 2000-е годы. Может быть, первый год, второй год. Вот. Кто-то говорил, что это из-за наркотиков. То, что он боролся с зависимостью долгое время. Вот. Кто-то говорил, что это из-за Криса Корнелла, который умер в мае этого же года. Вообще, на самом деле, эти два года по смертям вообще, то есть, какая-то хрень творится, если честно. То Лемми Килмистер тоже, как бы, блин, такая вот потеря, на самом деле. Вот. Просто вообще даже не верится. Я, разумеется, после того, как вот, гитарист нашей группы мне прислал сообщение, я начал искать по первоисточникам, вообще, правда ли это, то есть, когда это случилось, как это случилось, что вообще произошло. Вот. Просто буквально недавно, вот 19 июля, я поминал, так скажем, Михаила Горшенева, вот, группы «Король и Шут». Я думаю, тоже многие это знают. И просто вот буквально, знаете, 19 число, да, Михаил Горшенев, 20 число, Честер Беннингтон, просто какая-то вообще хрень. Оба зависимые от наркотиков, оба в чем-то получается даже эгоисты на самом деле, потому что, ладно, многомиллионные поклонники остались без своих вот кумиров, просто для кого это даже больше, чем кумир, наверное, этот человек, эти люди. Вот. Просто их семьи остались без отцов, как бы. Вот. У него осталось, получается, 6 детей. Вот. Просто вообще какая-то чушь происходит. Ему был 41 год, вот если брать Михаила Горшенева, ему было 39 лет. Просто вот, знаете, вот такая вот связь идет. Как бы вот эта наркомания, знаете, около 40 лет, то есть взять Юрия Калинских, даже тоже 39 лет, тоже наркозависимость, вот вся, то есть какая-то вот, не знаю, какая-то между этими связь есть, что ли. То есть, вот. Поэтому решил записать это видео, потому что действительно группа Linkin Park на меня оказала такое правильное влияние, очень такое правильное влияние, то есть, да, я честно признаюсь, то, что последние года я эту группу, можно так сказать, что даже вычеркивал из своих любимых, потому что мне, честно признаться, нравились первые два альбома у этой группы больше всего. Вот. Это «Гибрид» и «Метеор». Не мог просто не выразить соболезнования по этой утрате. Вот. Но эти люди, конечно, сами выбирают, то есть как им что решать свои проблемы. Вот. И, разумеется, все понятно, то, что графики у музыкантов со всей их деятельности получается
и кое-где даже актерской. Все эти репетиции, гастроли, да, интервью, съемки клипов, все это большая нагрузка. Вот. Невзирая на то, что хорошие гонорары, все это, все равно есть какие-то проблемы, которые рано или поздно дают о себе знать. И вот, как можем замечать, показывают просто летальный эффект в итоге. Даже не знаю, как группа Linkin Park будет в дальнейшем существовать, потому что есть такие группы, которые, знаете, вот, двигаются по своей карьере, по своей жизни, просто вот вместе, да, у них ничего не меняется. Вот как раз Linkin Park, та самая группа, у которой вот состав был неизменный. То есть там никто не уходил, никто не приходил лишних, то есть не было людей. Вот это на самом деле такая большая редкость. Блин, столько, около 20 лет, может быть даже больше, существовать вместе, то есть от и до. Поэтому даже не знаю, как в дальнейшем что будет происходить. Вот. Но это был довольно-таки великий человек, на самом деле. Вот, в принципе, все. Больше сказать нечего. Это человек, уже просто легенда, великий вокал, ни с чем не сравнимый. Да, это все.